Сотрудники Видновской дирекции киносети к новогодним праздникам подготовились весьма необычно и организовали в холле редакции выставку творческих работ. Как оказалось, в нашем коллективе много творческих людей. Холл первого этажа здания МАУК ВДК превратился в настоящую галерею изобразительных искусств. На экспозиции представлено более 60 работ разных жанров. Оператор видеомонтажа «Видное ТВ» Ольга Садовская для выставки выбрала 7 своих картин. Для их создания она использовала цветные карандаши. Почему вот именно карандаш и такая бумага? Мне очень это напоминает вышивку. Вышивать я не умею, а это дает возможность людям, которые не имеют какой-то усидчивости определенной, да, потому что нитки путаются, надо и место, и определенное время. А карандаш дает такую возможность делать штрихами, как и что-то подобное, вот как вышивка, как вот здесь вот маленькие черточки. Как рассказала Ольга, над большинством своих произведений она работала в перерывах между съемками, когда была фотографом в газете. Я хотела что-то яркое, позитивное изобразить. Там цветы – это лето, птицы, природа. Ну, как бы в основном все связано с природой и с какими-то яркими цветами. Нынешнего фотографа «Видновских вестей» Маргариту Штыркову вдохновляет Япония и все, что связано с этой страной. На выставку она принесла 12 своих рисунков и одну подделку. Рисунки пастелью, простым карандашом и в технике сумея. А что это? Сумея – это рисунок тушью. Японское искусство – рисунок тушью по рисовой бумаге. Росписью по дереву и выжиганием верстальщик газеты «Видновские вести» Вера Кулагина увлеклась 2 года назад. Вера признается, что нигде не училась, а техники осваивала сама. У меня здесь мало работ, потому что это я для души делаю и в основном дарю это своим друзьям и родственникам. Также занимается декоративно-прикладным искусством и мама Веры. На выставке представлены ее картины и сумочки, расшитые бисером. У нее свое творчество. Она придумала свою технику. Здесь используются нити, ткани, камни, бисер и вообще все мелкие подручные средства. Все это ручная работа. Произведения сотрудников Видновской дирекции киносети создают уютную обстановку на рабочем месте и праздничное настроение. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.